Недавно мир облетела новость о том, как индонезийская семья нашла живой свою дочь, пропавшую без вести во время цунами 10 лет назад. Теперь же история получила еще более неожиданное продолжение. Эта же семья смогла найти и второго своего пропавшего ребенка, брата той девочки. Арифу сейчас 17 лет. Во время бедствия ему было 7, его унесло потоком воды. Мальчик оказался в незнакомой ему местности. Несколько лет он бродятничал, после чего его приютила местная пара. Они позволили ему ночевать в интернет-кафе, давали еду и одежду. Эти же люди связались с родителями мальчика, когда недавно увидели по телевизору новость про его найденную сестру и его детское фото. Девочку нашли в июне этого года. Ранее ее приютила и вырастила пожилая женщина, живущая за 150 километров от изначального дома ребенка. Напомним, цунами 2004 года унесло жизнь 170 тысяч индонезийцев. Зарму Савельмин Латшинов, Азертач.